Мы говорили о том, что Творец, как работать с нами, как с пластилином или глиной, несмотря на то, что это неприятно, но он работает против желаний человека. И человек поэтому почему-то должен быть радостный, что его изменяют. И я в этих состояниях не радуюсь. Я нервно, это продолжается дни и недели, и не могу избавиться от этого ощущения нервозности. Что посоветуете мне сделать? А потому что ты чувствуешь, что ты против Творца. Так ведь? Да, да. А почему ты против? Я не знаю, это то, что он мне дает почувствовать. Ну, так может быть, стоит согласиться с тем, что Творец делает в тебе? Может быть, склонить голову и только просить у Него еще больше и больше быть в согласии с тем, что Он делает? Это то, что, чего мне не хватает, просто согласиться с тем, что он делает? Да, этого не хватает всем.